Сотовые операторы «Большой тройки» отменяют внутрисетевой роуминг. К такому решению их подтолкнула Федеральная антимонопольная служба. Сейчас, если абонент находится за пределами домашнего региона, за входящие вызовы нужно платить. Чтобы в поездках стоимость услуг оставалась прежней, приходилось подключать дополнительные опции. Летом прошлого года ФАС объявила, что такой роуминг должен быть отменен, а операторы необоснованно взимают за это деньги. Работа по перенастройке коммуникационного оборудования заняла целый год. Изменения вступят в силу с 30 августа. В рамках нашей компании у большинства абонентов уже в новые линейки тарифных планов внутрисетевой роуминг был включен. И минуты также продолжали списываться из основных пакетов, независимо от того, в каком регионе абонент находился. Сейчас это условие распространяется на всех абонентов тарифных планов действующих, и поэтому все абоненты в роуминге по стране смогут пользоваться мобильной связью, входящей мобильной связью, как дома.